Я тебя сейчас пофоткаю. Привет! Мы пошли в горы. Вот я сижу на деревяшке. Мы ходили в горы. Мы хотели дойти до чертовой мельницы. Оказалось, это совсем не мельница, а такой водопад. Речка. А самой мельницы нет. Да. Мы шли. Где-то около... Километр 700. Километр 700. Почти 2 километра. Было... Прошло 2 часа. Ага. Мы уставшие. Сейчас идем вот обратно к маме и Веронике, моей младшей сестре. Потом спустимся с горы и пойдем домой. Угу. Ну, пока. Пока. Там видео собрать.